Задание 5. Найдите корень уравнения. Логарифм в 7 минус х по основанию 2 равно 5. Решение. Сначала раскроем знак логарифма. Получим выражение 7 минус х равно 2 в пятой степени. Почему именно так? Дело в том, что логарифм по основанию 2 равный 5 означает, что 7 минус х это то число, которое получается при возведении числа 2 в пятую степень. По сути дела, мы это здесь и переписываем, что 7 минус х равно 2 в пятой степени и равно 32, то есть раскрыли знак логарифма. Затем просто решаем это уравнение. Получаем минус х равняется 32 минус 7, так как 7 переходит в правую часть со знаком минус. Получается 25. Таким образом, х равно минус 25. Ответ х минус 25.